новости на сегодня. Это Адель. Все, скажи. Да. Теперь уже можно получше рассмотреть, на кого ребенок похож. Проплешины все. Да, скелетик. Да, моя девочка. Уже краснота немножечко ушла. Но все равно, ребят, ее сожрали живьем. Все хорошо, девочка. Не переживай. Да, все будет хорошо. Скелетик наш маленький. Господи, это ж хребет. Хребет вообще, ребят. О. Ребенок на последней стадии истощения. Да, солнышко мое. Моя хорошая девочка. Моя красавица. Ну что, мои хорошие. Малышку капаем. Капаем очень медленно, очень осторожно. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Да, девочка? Ну, по крайней мере, сегодня, скажи, никто не кусает, никто не грызет. Все, ребенок поправится. Все, даже лапка у нее стала лучше. Вчера была кровавая, а сегодня, видите, какая чистая, хорошая лапка. Все, то, что ее вчера жрали, аллергия вот это была. Вот, а сегодня все у нас хорошо. Друзья, вот наша Адель. Да. Она все еще вздрагивает, когда ее гладишь, но уже более-менее, если гладить осторожно, то она спокойно на это реагирует, спокойно. Вот такой у нас ребенок хороший, замечательный просто, да? Да. И хоть она еще слабенькая, ребята, она еще не может вставать, еле-еле на ножках дрожит сильно. То я надеюсь, все равно завтра уже хочу снять ее с капельниц. Верю в то, что мы самое страшное победили. Да, моя золотая? Спасибо всем, друзья, всем, кто отозвался и помогал нам, кто поддерживал добрым словом, помощью, пожеланиями. Спасибо, мои хорошие. Пусть вся ваша доброта вернется к вам в сотни, лавиной, в тысячи раз больше. Благодарю вас, люди, за человечность, за доброту, за милосердие и сострадание к бездомным. Привет, Адель. А ты почему не ешь, а? Зайка, а ты почему не ешь, девочка моя? Посмотри на меня. Такая девчушка хорошая, да. Такая девочка у нас хорошая. Ребят, мы поправляемся, видите? Мы поправляемся, мы хорошо поправляемся. У нас уже нет таких косточек, да? Да, мы становимся красивыми девочками. Да, Аделька? Немножко недоверчивыми. Ой. Малыш, покажи мордочку. Покажи, моя солнышко. Вот такая девочка у нас. Такая хорошая. Когда ты издалека к ней подходишь, она хвостиком даже виляет. Но побаивается. Все равно еще, ребята, боится ребенок. Но ничего, скажи. Все хорошо, да, девочка? Мое солнышко. Все, скажи, у нее все есть. И корм, и водичка, все. Ну, малышка кушает тогда, когда нас нету рядом. Привет, малыш. Привет, моя хорошая. Ты зайка моя. Ну, покажись, какая ты у меня красавица. Да, какая ты у нас хорошая стала. Да, линяем потихонечку. Ничего страшного. Да, малышечка? Все, ребят, смотрите, видите, как мы поправляемся? Какие мы уже красивые становимся. Это тот наш скелетик, который... И хвостик даже у нас красивый стал. Да, и девочка такая у нас красавица стала. Смотри, мордочка какая у нас хорошая. Да, все шрамы зарастают. Ребрышек у нас уже не видно. Да, красотка моя? Еще боится немножечко, но, по крайней мере, она добрая. Она ласковая, она спокойная. Немножко испуганная, но когда к ней подходишь, она уже хвостиком виляет. А когда гладишь, она еще немножечко боится. Да, Адель? А ведь ребенок был на грани. Ребята, она была полностью на грани. Сегодня Деля первый раз гуляет на улице. Мы ее вынесли. И я надеюсь, что ребенок и дальше пойдет на поправку. Она не злая, она просто очень испуганная. Что, Аделя? Ты куда убегаешь? А, солнышко мое? Иди сюда, маленький. Делечка. Деля. И хочу, и боюсь, да? Ай, ты мое солнышко, моя девочка, красавица моя.
Ой, ты мое маленькое дитё. Да? Вот это называется спряталась под дерево, да? Моя маленький, ты моя красота. Да, Делечка? Все, уже вечер. Ребенок у нас полдня на улице, на солнышке полежала. А сейчас мы ее занесем домой. Да, моя солнышко. Делечка. Мамина девочка. Красавица моя. Красивый ребенок. Друзья, перед вами Деля. Девочка, которую мы с вами спасали. Ту, что нашли умирающей под колесами машины, куда она забралась из последних сил. Кому мы снимали ночью клипсу, купали, снимали с нее клещей. Перед вами тот скелетик, который ничего не весил. И тот, что стал вот таким красивым у нас за неделю. Прошел курс капельниц. Кушает. Ребенок чувствует себя хорошо. Мои хорошие. Я благодарю всех, кто откликнулся на помощь Деле.